Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy S23 Ultra. И сейчас мы разберемся, как загружать приложение с неизвестных источников на этом телефоне. Для того, чтобы загрузить приложение с неизвестных источников, нужно сначала дать разрешение нашему телефону, либо же конкретному приложению, чтобы это делать. Для этого заходим в настройки, ищем раздел приложения. И здесь у нас есть выбор приложений, получаем настройки приложений Samsung. У меня три точки в правом верхнем углу и особые права доступа. Здесь у нас есть... установка неизвестных приложений, вот она. И здесь мы можем дать браузерам и всему чему угодно разрешение скачивать какие-то неизвестные приложения. Например, теперь с Google Chrome мы сможем установить какой-то там вирусный Minecraft. Будьте осторожны с этим, потому что, как я уже уточнил только что, вы можете накачать себе на телефон вирусов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!